В то время как Лавров обвиняет Запад в лицемерии по делу об отравлении Навального, зять Мишустина, премьер-министра Александр Удодов, подозревается в причастности к крупнейшей афере с НДС, налогом на добавочную стоимость на сумму 5,2 миллиарда рублей. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Не мог остановиться, чтобы не сообщить интереснейшую новость. Полтора года назад, когда Константина Котова взяли, поймали эти каратели, я уже тогда говорил вот тем, кто полагается на Телеграм, ну, что это фуфло, обман. Не может быть такого, чтобы Телеграм не прослушивали и не читали. И сейчас Еврокомиссия признала ВКонтакте и Телеграм пиратскими платформами. И позволю себе добавить, что Павел Дуров, ох, наверное, спецоперация обдурить народ, но никто бы не дал ему вывести миллиарды там УЕ, если бы он не был сопричастен с этой группой лиц по предварительному сговору. Что ж, подписывайтесь, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, проверяйте подписку, ее снимают и все такое. Будет на то воля ваша, поддержите мой труд, дорогие друзья, труд честного журналиста и вестника, работающего на благо нас с вами, на благо Руси. Вот. И мерзко все это происходящее сейчас, особенно мерзко, особенно когда они вот с этими дворянскими делишками затеяли. А ведь позволю себе напомнить, у этого Лебедева-то сынок, Лебедев, который в Лондоне, он там перство получил. И он какой-то барон, что ли, сибирский, а? Вы думаете, это что все, шутки и фуфлагонство? Это звенья одной цепи, правда, цепь эту вытягивают они очень неряшливо и коряво, дорогие друзья. Вот, при этом постоянно проворовываясь и устраивая какие-то позорные делишки. Ну вот, хватает ли стыда вот главе ведомства, которое замешано в скандал с аргентинской мукой, хватает ли ему наглости вот обвинять Европу в ханжестве, в лицемерии там и так далее, во лжи? Хватает. Хватает, понимаете? Вот, и теперь мне совершенно очевидно, какой будет формат у предстоящей завтра пресс-конференции того, чью фамилию противно говорить вслух, мне становится совершенно ясным. Ну и какой-то определенный смысл приобретает и вот это событие, которое намечается на 19 число в Боголюбово Владимирской области. Вот постараюсь там оказаться, если Бог мне даст силу, возможности и времени. Вот. Что ж, такие вот дела, дорогие друзья. Ну, и хочу сказать, что с Телеграмом я оказался абсолютно прав. Его бесспорно и безусловно отслеживают и всячески читают и в хвост, и в гриву российские спецслужбы, так же, как они это делают ВКонтакте. Вот и все. Но это так же просто, как то, что господин Удодов замешан вот в этой афере. Это я ссылаюсь на открытые медиа, которые вот об этом говорят и называют и дело, и все такое. Вот, и никаких шуток. Кем будет господин Мишустин? А тоже великим князем? Просто князем? Понимаете, в какой трындец нас всех окунули? Смерды. А, простолюдины, простите. Что ж, еще раз подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, друзья. Поддержите мой труд, будет на то воля ваша. И помогай нам всем Господь Бог, друзья. Верующим, а не верующим. Космические лучи добра. Честное слово, да, происходящее напоминает дурной театр, и как они затыкают народ. И вот в этой истории с губернатором Белгородской области, которому вот позвонили во время прямого эфира, повторюсь, и стали задавать вопросы, почему сиротам выдают квартиры без ремонта. И ведущие в один голос стали: «Ой, у вас что-то с телефоном, вас совсем не слышно». Запись эта гуляет по интернету. И что, вот этот губернатор Белгородской области, он тоже князем будет? Или графом, да? Но это трындец. Банда проходимцев. Что ж, доброго денечка, дорогие друзья. Быть добру. Вот.
сейчас в Москве проходит у администрации президента серия одиночных пикетов или проходила уже касательно дистанционного образования. Хочу сказать, что вот этот вал дистанционного образования, который они устраивают, это, безусловно, ведет к оптимизации школ. Так же, как все, что они делают и делали до этого, ведет к оптимизации населения, то есть к уничтожению. Вот так вот. Никаких шуток. Мы вымираем рекордными темпами. И зачем нам эти траты на школы? Ведь князьям-то великим яхты надобны новые для полюбовниц. Я не знаю, но это какой-то кошмар. Это сейчас действительно мы просто в какой-то дурной сказке. Давай сюжет поскорее, меняйся к лучшему. Где наш Иван-дурак, принц на белом коне? Доброго денечка!